сделаю тонировку холста. В процессе письма, я надеюсь, что мне удастся объяснить, для чего я это делаю. Ну, минимум, нам не надо будет забивать белилами, густо белилами забивать холст. Что выгадывает, не столько по количеству краски выгадывает, сколько по качеству письма. В густой краске начинается путаница. Скользит и так далее. А так мы сейчас получаем тонированный слой. Вы видите, он не густой. Холст просвечивает. И фактически тройник. Кисть была в бою, поэтому она немножко, вы видите, с краской. В эту грязцу, вы видите, появляется более чистый цвет. Посмотрите, как он сразу звучит. Грязца оттеняет чистоту цвета. Можно некоторое преувеличение этой чистоте цвета дать. То есть усилить идею сиреневости. Королевская голубая несколько флуоресцентно легла. И мы видим идею автомобиля. Так, колесико чуть-чуть обозначим. Второе колесико обозначим. Промежуток между колесами. Просвет. Как тебе, Санечка? Обалдеть. В тихом шоке. Так, ну и, по-моему, все. Я не знаю, что тут еще крякать. А я же держу. Выше Все ж, что там еще? Хорошо. Все, ребятушки, пишите на здоровье. Я думаю, что ну, всем новичкам в тему. Тем более, что можно сразу размахнуться на большой формат и почувствовать себя то же самое, только большой кистью на большом формате.
Сейчас.